Добрый день! Меня зовут Гусейнова Анжела Рамазановна. Я являюсь руководителем отдела по продвижению образовательных услуг и привлечению абитуриентов. Сегодня мы с вами поговорим, как поступить в институт. Алгоритм поступления во все вузы одинаков. Первое, что необходимо сделать, это определиться с направлением подготовки. Связаться с выбранным вузом, позвонить, оставить заявку или прийти лично, получить консультацию. Если вас устраивает выбранный вуз, вы приступаете к подаче документов и формированию личного дела. Вся процедура в среднем занимает от 3 до 7 рабочих дней. А сейчас я вам расскажу, как легко поступить в МС всего за один день. Вы оставляете заявку, и специалист приемной комиссии с вами свяжется удобным для вас способом. Мы вас подробно проконсультируем и поможем определиться с выбранным направлением. Далее вы можете подать документы лично в институте, либо сделать это онлайн. Затем идет процедура оформления документов. Мы подписываем с вами все необходимые заявления и договор. Мы понимаем, что процедура поступления – это очень важное событие в жизни каждого поступающего и их родителей, поэтому стараемся сделать весь процесс поступления максимально комфортным для вас. Если у вас остались вопросы, можете написать нам в WhatsApp. Ссылку можно найти в описании к видео. Желаю вам успешного поступления. До встречи в МС!